Привет всем! Вы смотрите программу про звезд на Супер ТВ. И с вами я, Виджей Алина. В сегодняшнем выпуске мы окунемся в жизнь одной из самых красивых и талантливых звезд Голливуда – Бейонс. В детстве Бейонс была очень застенчивым и замкнутым ребенком, однако в возрасте 7 лет она начала заниматься танцами. Именно хореограф Бейонс вдохновил ее на карьеру артистки, убедив малышку, что у нее уникальный дар. Бейонс начала выступать в возрасте 7 лет и победила в 30 местных конкурсах за танцевальные и вокальные способности. Родители решили поддержать свое чадо в стремлении стать известной певицей. Успешной карьеры Бейонс добилась не только благодаря врожденному таланту, но и силе воли и удивительной работоспособности. После ряда успешных выступлений на провинциальном уровне отец решил помочь дочери в развитии ее таланта, создав музыкальный коллектив из девочек под названием Girls Time. В 1995 году компания Electra Records вложила в коллектив деньги и подняла группу на новый уровень, которая была позже переименована как Destiny's Child. В последующие 7 лет судьба коллектива была практически вертикальным взлетом, вплоть до 2001 года, когда коллектив распался. С этого момента, а именно в 2002 году, и начинается сольная карьера Бейонс как певицы и, как это не удивительно, актрисы. На музыкальной арене новым этапом творчества стала совместная с известным рэпером Jay-Z запись песни Bonnie and Clyde. В следующем году Бейонс записала еще одну песню дуэтом с Jay-Z – «Crazy in Love». Песня подняла рейтинг певицы до небес, и трек мгновенно занял вершины хит-парадов по всей стране и даже в Европе. В этом же году Бейонс решилась и выпустила свой первый сольный альбом «Dangerously in Love», который, как и ожидали критики и поклонники, сразу же занял вершины лучших альбомов. Диск стал крайне популярен. Было продано 12 миллионов экземпляров по всему миру. You've been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga. В течение этого же 2003 года Бейонс была номинирована и получила несколько наград на MTV. А уже в 2004 году ее творчество и успех были оценены по высшему разряду. Она получила несколько наград премии Грэмми. В 2006 году певица записывает и представляет общественности новый диск, который получил название B-Day. Альбом показал, что Бейонс действительно заметно повзрослела, стала больше экспериментировать со звучанием, аранжировками и манерой исполнения. Слушать музыку, предложенную девушкой, теперь будут уже не только поклонники-подростки, но и более искушенная публика, ведь Birthday не только поп и R&B, это еще и соул, джаз, рэп и, главное, удивительно сильная экспрессия. В каждую песню Бейонс действительно вложила душу, и это чувствуется. Мегапопулярным стал дуэт Beautiful Liar, записанный совместно с Шакирой. Видео с горячими танцами этих двух красавиц сразу взлетело на вершины хит-парадов большинства стран. А дуэт был признан одним из самых успешных за всю историю поп-индустрии. Специально для выхода этой песни в 2007 году альбом B-Day был переиздан. В сборник вошли новинки MP3, испаноязычные композиции и ремиксы на хиты Бейонс. Новые песни, включенные в B-Day, стали лидерами среди слушателей в США, Великобритании, Канаде, Германии и других стран. Альбом принес певице 7-ю награду Грэмми, 7 номинаций на премию MTV, 3 месяца он продержался на первом месте в рейтинге Billboard. Оба альбома имели потрясающий успех, и в течение нескольких недель с момента выхода в свет треки этих дисков занимали лидирующие позиции во всех американских хит-парадах. Практически на все песни первого альбома были сняты клипы. В 2008 году был издан третий альбом певицы I'm Sasha Fierce, попавший на первое место в американском чарте и ставший несколько раз платиновым. Возвращаясь в прошлое, хотелось бы вспомнить еще один путь развития таланта молодой исполнительницы. В 2002 году Бейонс впервые попробовала себя на экране в третьем фильме серии про Остина Пауэрса. Кроме того, две ее композиции вошли в саундтрек к фильму. В 2003 году Бейонс снялась в главной роли в художественном фильме, вышедшем под названием «Борьба чувств». Следующим шагом кинокарьеры знаменитости стала роль поп-певицы в фильме «Розовая пантера», вышедшем на экран в 2006 году. Добро пожаловать, инспектор. Славная нынче стоит погода. М-м-м.
О, да, попсик. О, да. Певица, а теперь еще и актриса, не собиралась ограничивать себя ролями только лишь в кино комедийного и игрового направления. Кинокомпания DreamWorks в 2006 году сняла кинофильм «Девушки мечты» на основе истории девичьего трио. Последний фильм, участием в котором порадовала нас исполнительница, называется «Одержимость» режиссера Стива Шилла. Фильм вышел в 2009 году. Бейонс поставила перед собой нелегкую задачу – стать первой в истории афроамериканкой, которая получит сразу три вида премий за свои достижения – Грэмми, Эмми и Оскар. Девушка уже является обладательницей первых двух премий. Для достижения поставленной цели осталось получить только Оскар. Творчество не единственный источник доходов Бейонс. Совместно с модельером Томми Хилфигер она создала духи True Star и True Star Gold, была лицом L'Oréal и Pepsi, а также запустила собственную линию одежды под названием House of Deron. Бейонс не только удивительно красива, она еще и по-настоящему талантлива. Ее удивительный голос позволил певице в кратчайшие сроки завоевать достойное место на мировой эстраде. Ее любят миллионы, ею восхищаются, а ее музыка потрясает удивительно проникновенным вокалом, способным растопить лед. Она великолепно поет, потрясающе танцует и просто очень красивая и очаровательная женщина. Сегодня речь шла о Бейонс, певице, которая покорила практически всех своей энергетикой и силой песен. Не пропустите следующий наш выпуск. А также не забывайте посещать сайт www.super.kg. С вами была я, Виджей Алина. Оставайтесь с нами, увидимся ровно через неделю. Пока!